22.30 июня. РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка пройдут в субботу, 30 июня, дважды, одна из них, прямо на Красной площади, сообщили РИА Новости в СО России. Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка пройдет в 12.00 МСК на Соборной площади Московского Кремля, и в 16.00 МСК на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка, говорится в сообщении. Во вторник президентский полк провел репетицию развода пеших и конных караулов у Кремля, где в дни чемпионата мира по футболу много туристов. Развод прошел на специально огороженной территории у стен Кремля. За церемонией наблюдали сотни болельщиков и туристов. Президентский, кремлевский полк – уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, ФСО, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России, верховному главнокомандующему. Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие президентского полка активно тренируются.